На вокзале Келети в Будапеште вновь значительно выросло число беженцев, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Если после отправки в конце прошлой недели автобусов на австрийскую границу их число перед Келети снизилось с 3000 до пары сотен, то в течение понедельника их вновь стало около 1500. Беженцы обсуждают поезд, который якобы будет для них организован для отправки на границу с Австрией. При этом полиция утверждает, что такого поезда не будет. По данным властей Венгрии, ежедневно в страну прибывает около 3000 новых беженцев. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами в этом столетии.